Всем привет! Мы решили не дожидаться Нового года и подарить подарочки уже сейчас. Да, наш чихуахуа Фандю, потому что мы скоро поедем очень далеко, в гости к моим родителям, и не сможем уже, да, Фандюша, дарить тебе подарочки. Тем более собаки ничего не понимают. Конечно, ничего не понимаем, все мы понимаем. Ну ладно, пусть дарит сейчас, мне все равно главное, что вы подарили. Ну да, у нас вот, видите, собака говорит, что понимает. Да-да-да-да-да-да-да-да. Красный мешок принес Дед Мороз тебе, Фандюша. Смотри, Фандюша, мы дарим тебе подушку. И не просто подушку, мы привезли ее, представляете, из Лондона. Вот. Здесь кто у нас? Чихуахуа Фрида в образе Фриды. Это такая художница. Будешь на ней спать? Или мелковато для тебя? Ты-то уже взрослый, 6-летний пес. И это еще не все. Мы еще купили тебе копилку, чтобы в следующем году ты могла копить себе на всякие там разные вкусняшки, на всякие ништячки. Видите, 99 рублей. Палево. Блин, когда даришь подарки, надо обязательно отрывать ценник. Ну ладно, для собак можно. Кстати, мы купили фикс прайс. И последний подарочек на сегодня, Фандюша. Ой, интересно, заинтересовалась. Это игрушка. Игрушка на елку. Давайте повесим сейчас. Красиво. Вот такие подарки мы подарили чихуахуа Фандю. А вы внизу в комментариях обязательно пишите, что вам принес Дед Мороз в эти новогодние праздники. Фандю, ну лицо один в один. Еще ободок тебе надо такой же. Такая копилка. Вот это тебя больше всего заинтересовало, Фандю. Деньги-то есть у тебя, Фандюш? Свечки, свечки. А теперь мое поздравление. Я поздравляю всех вас, мои дорогие подписчики, мои любимые ребята. С Новым годом! Пусть у вас все будет хорошо в 2019 году. Всем пока!